«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Апокалипсис. Июля 1658 года Москва встречала грузинского царевича Таймураза. В организационной суете заспорили начальники протоколов со стороны Кремля и патриархии, переругались, и дело дошло до того, что окольничий Алексея Михайловича, боярин Хитрово, палкой ударил по голове церковного представителя князя Мещерского. Царь не отреагировал на этот инцидент с должной поспешностью, не пригласил патриарха во дворец на сам торжественный прием и вдобавок ближайший праздничный выход в день Ризы Господней не явился в Успенский собор. Совершив литургию, Никон взошел на амвон и с плачем обратился к народу: «Ленив я был учить вас, не стало меня на это. От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам больше патриархом, а если же помыслю быть патриархом, то буду анафема». Святейший пошел к выходу. Народ всхлипывал: «На кого ты нас серых оставляешь?» Враждебное духовенство ухмылялось. Вдруг двери перед ним захлопнулись, и Никон в изнеможении опустился на ступени кафедры ожидать государя, которому, конечно, тут же донесли о случившемся. Царь не пришел, но прислал к Никону гонца сказать, чтобы тот не смел оставлять престол. «Уже я слова своего не переменю», — ответил пастырь, и пешком с клюшкой побрел к своему подворью. 3 дня он надеялся, что Алексей Михайлович хоть как-то попытается наладить отношения. Но двор, давая понять, что сама отставка принята, молчал. И Никон удалился в Новый Иерусалим строить только что заложенный храм Воскресения Христова. «Всякая душа благочестивая, желающая причудный храм Воскресения Христова и же в Иерусалиме, видите, и тамо в нем сущим святым местам поклонитесь, но ради дальнего расстояния оного дойти не могущее, созерцай сюда вшедши и разумей внутрь заключенных вещей душеполезную тайну, и же Спаситель твой тамо между неверными. Здесь же, среди благочестивых христиан, в храме Ново-Иерусалимском представляет». Большинство современников видело здесь только грандиозную реплику святых мест. Но глубокий замысел, душеполезную тайну, Никон обсуждал только с царем. Он прекрасно понимал, что его воплощение станет для него подвигом. И вначале рассчитывал продержаться у руля церкви не больше 3 лет. Перед самым своим вступлением на престол он убедил Алексея Михайловича перенести в Успенский собор Кремля мощи замученного государственной властью митрополита Филиппа. «Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно,
завистью и несдержанную яростью. Преклоняю пред тобою сан мой царский, да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и повергаю на умоление тебя всю мою власть». Из покаянной грамоты царя Алексея Михайловича. И вот 22 июля 1652 года перед мощами святого Филиппа, окруженный коленопреклоненными боярами и народом, государь кланяется Никону в ноги и со слезами умоляет его принять патриарший сан. Никон долго отказывается и соглашается лишь после того, как весь собор приносит ему клятву беспрекословно слушаться патриарха, как отца. Все свои надежды он возлагал на молодого государя, на единственного соратника и друга, чью семью он любил как родную, и теперь принимал высочайшее охлаждение как предательство их общего дела. Обидно было и то, что ударили по очень дорогому, по любви к Грузии. Никон привез на Русь Иверскую икону, построил по образу Афонского Иверский монастырь на Валдае и крестный на Белом море список с грузинской обители в Иерусалиме. Да и сам гроб Господень был долго храним грузинской церковью. Патриарх был главным вдохновителем идеи воссоединения Украины с Россией. И вот сейчас, в тот момент, когда он поднял на подобную высоту отношения с грузинским царством, его взяли и выкинули из внешней политики. Через год Никон оттаивает и шлет царю примирительное письмо. «Был я некогда во всяком богатстве и едино трапезен с тобою, не стыжусь этим похвалиться. И питан был, как телец на заклание, с жирными многими пищами по обычаю вашему государеву. Много этим насладившись, скоро не могу забыть. Так теперь, 25 июля, все веселились, все праздновали рождение благоверной царевны Анны Михайловны. Один я, как пес, лишен богатой вашей трапезы. Но и псы питаются от крупиц, падающих от трапезы господ своих. Пишу это не потому, что хлеба лишаюсь, но требую милости и любви от тебя, великого государя. Молю, перестань. Господа ради, перестань понапрасну гневаться. Я больше всех людей оболган тебе и укорен неправедно. Переменись ко мне и не делай мне грешному немилосердия. Господа Бога ради, молю, перестань. Какая моя неправда перед тобою? Говорят, что я много казны взял с собою. Не взял. Но сколько будет издержано на церковное строение? И по времени хотел отдать. И что дано воскресенскому казначею во время моего отъезда, и то дано не ради корысти, но чтобы не оставить братью в долгу, потому что с работниками нечем было расплатиться. А иного расхода святый Бог весть, сколько убогим, сиротам, вдовицам, нищим роздано, тому всему книги есть в казне. Но во всем каюсь. Господи ради, прости, да и сам прощен будешь. Я творю новое небо и новую землю. И прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Книга пророка Исаии. Государь прекратил финансирование Нового Иерусалима, но особенно и не мешал его созидать. Поэтому стройка шла хоть и медленно, но радостно. Инженерными работами руководил зодчий всех патриарших монастырей Аверкий Макеев, а Никон с его могучей богатырской натурой как мог помогал. Вместе со всей братьей он
Сам таскал и обжигал кирпичи, рубил лес, копал канавы, осушая болото, и часто ходил через Гефсиманский сад на Иордан, как теперь называлась Истра, удить рыбу. Государь не спешил с избранием нового первосвятителя, а патриарх всем своим видом пропагандировал апостольские послания. «Выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны». Послание святого апостола Павла Галатам. Борьба с фарисейством и законничеством была боевой программой Никона. Его злейшие враги – консерваторы, которым дорога была буква, а не дух, чей лозунг «За ас умрем». Исправление старых книг и обрядов, пусть даже столь решительное, они еще могли пережить. Но Никон сражался с их любимым идолом, с их утопической мечтой о Царстве Божьем на земле, с Москвой, Третьим Римом. И этого они простить не могли. «Подай, Господи, подай, Господи! Еще надеюсь от Тита II Веспасиановича на весь Новый Иерусалим. И где же течет Истра-река?» Протопоп Аввакум. В ночь на 16 декабря 1664 года Никон неожиданно прибыл в Кремль и вошел в Успенский собор к заутренним. Народ опешил, и местоблюститель, митрополит Иона, неуверенно подошел под благословение. «Сошел я с престола никем гоним, — сказал ему патриарх, — а ныне пришел на свой престол никем зовом, по явлению». И, вручив владыке письмо, послал его к царю. Прочитав послание, в коем говорилось о чудесном примирительном сновидении, государь посоветовался на всякий случай с духовными людьми. И те подсказали, что это ангел сатаны. Послан был к Никону, приняв образ ангела светла. Алексей Михайлович ответил: «Из соборной церкви поезжай в Воскресенский монастырь по-прежнему, да поспеши до восхода солнца, чтобы не случилось потом чего неприятного». Возвращался бедный патриарх уже под арестом. Осознав всю авантюрность своего набега, он раскаялся и очень скоро, уже в январе, написал царю об окончательном своем отречении, попросив оставить за ним лишь три его монастыря. В монастырях же право поставлять духовенство, а при собраниях с новым предстоятелем право сидеть выше всех митрополитов и писаться патриархом, просто не московским. По большому счету, такой компромисс всех устраивал, и русские архиереи готовы были оставить Никона в покое. Но тут в дело вмешались греки, и патриарх попал, можно сказать, под свою анафему. Это было судилище. Вселенский и Иерусалимский патриархи отказались принимать в нем участие наотрез. А приехавшие Антиохийский и Александрийский были смещены со своих кафедр и дезавуированы. Главный обвинитель Паисий Легорит был проходимцем и платным агентом Рима, изверженным из сана и преданным анафеме православной церковью. Об этом знала вся верхушка во главе с царем. Знал и Никон. Когда 1 декабря 1666-го его вызвали в Кремль на суд, он соборовался и причастился, как перед смертью. Хотел зайти в Успенский собор, перед ним захлопнули двери. Перед залом суда заставили ждать, а когда впустили, указали ему на обыкновенную скамейку справа от царя,
«Место я с собою не принес», — ответил Никон, — «а пришел проведать, для чего меня звали». И простоял на ногах целый день, более 8 часов. Из приговора суда. Он досадил великому государю, вторгаясь в дела, не подлежащие патриаршему сану и власти. Своевольно отрекся от патриаршества и бросил паству. Основывал монастыри с незаконными именами и величал себя патриархом Нового Иерусалима. «Мы, патриархи, учинили его всякого священнодействия чуждо. И чтобы он архиерейское не действовал, обнажили его Амофора и Епитрахили. Место же его пребывания, до кончины жизни его, назначили в монастыре, чтобы ему беспрепятственно и безмолвно плакаться о грехах своих». С унижениями, с издевательствами Никона тотчас отправили из Москвы в Ферапонтово. Алексею Михайловичу было откровенно стыдно. Он послал бывшему другу деньги на дорогу, еду, соболих и лисьих шуб и попросил для себя и для своих домашних благословения. Патриарх отказался от даров и благословения не дал. Не из гордости. Он считал, что в его лице государем попрана церковь. Прошел год, и Никон смягчился. «Тебя, царицу, царевича и царевин, — пишет он Алексею Михайловичу, — благословляю и прощаю. А когда я, богомолец ваш, ваши государевы очи увижу, тогда я вам, государям, со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу». Царь был очень доволен, и ссыльный пастырь стал ожидать скорого освобождения, которому усердно способствовали и друзья его в Москве, и в Константинополе. Патриарх Парфений умолял отпустить Никона в Новый Иерусалим. Но партия врагов оказалась сильнее. Началось восстание Стеньки Разина, и они сочинили миф, будто Никон сговаривался с казаками бежать на Дон. Началась каторга. «Отвержен я в Ферапонтов монастырь 6-й год, — жалуется патриарх царю, — а как в келье затворен, тому 4-й. Теперь я болен, наг и бос, и креста на мне нет. Стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, потому что многие части мои зазорные не покрыты. Со всякой нужды и недостатков я оцинжал, заболел цингой, руки больны, левая не поднимается, на глазах бельма от чада и дыма, из зубов кровь идет смердящая, и они не терпят ни холодного, ни горячего, ни кислого. Ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править, а поп один, и тот слеп, по книгам не видит. Патриарх сам за ним и ухаживал, и готовил им на двоих. А приставы ничего не продать, ни купить не дадут, никто ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого». Государь с самого начала желал умирения, а теперь всякие враждотворения паче прежнего разрушит и во всем примирение с любовью желает и благословение просит. Досадных слов от тебя к государю никаких не бывало, изволь попамятовать. А послан ты в Ферапонтов монастырь вселенскими патриархами и собором, а не государем. Дворянин и стрельцы посланы с тобою для твоего бережения, а не для утеснения. Из речи, которую по наказу держал царский посол перед Никоном. Это был ответ на то трогательное письмо. В марте 69-го Алексей Михайлович похоронил жену, через несколько месяцев царевичей Симеона и Алексея. Потом получил казацкий бунт. Человек верующий, он принимал эти удары как наказание за грех и часто просил патриарха
молиться. И Никон не мог отказать. Он сам перед монашеством потерял 3 сыновей и умел понять отцовское горе. Но не мог он дать и письменного, как бы официального исторического прощения и благословения. Новый Иерусалим кротко свидетельствовал о том, что Царство Божие, град небесный, не от мира сего, что первый земной город воздвиг Каин, а равный ему братоубийца Ромул стал основателем первого Рима. Царь же в 66 году остановил строительство Воскресенского храма и вместо этого, ничего не объясняя, начал бороться со старообрядцами грубой силой. Все преобразования Никона и, главное, его позиция в вопросах о разделении компетенций церкви и светской власти были безоговорочно одобрены всеми епископами. И только личная размолвка государя с патриархом подливала масло в огонь раскола. Неожиданная попытка Никона вернуть престол, собственно, и была отчаянной мерой по спасению церковного единства. Алексей Михайлович, возможно, боялся, что Никон станет руководить страной, как папа римский. И не без давления бояр сделал все, чтобы император управлял церковью, как своим ведомством. Петр I лишь довел его дело до конца. Поэтому, когда государь почил, патриарх простил ему только свои личные обиды. В сентябре 78-го сестре покойного царя Татьяне Михайловне удалось свозить юного государя, своего племянника, в Никонов монастырь. Федор Алексеевич пришел в восхищение, стал часто ездить в Новый Иерусалим, пожаловал ему статус своего царского богомолья и издал указ об окончании постройки. Белозерскому узнику была отправлена щедрая милостыня, и началась борьба за его возвращение. Царь при всей своей слабости и болезненности был в этом вопросе совершенно непреклонен, и боярское сопротивление вскоре одолел. Но уперся правящий патриарх Иоаким, который заявлял, что восточные девладыки Никона ссылали, и без их согласия отменить приговор никак нельзя. 2 года продолжалась тяжба. Наконец государь не выдержал и, отправляя послов в Турцию, воспользовался случаем, чтобы обратиться к восточным первосвятителям от своего лица. Иоакиму, между тем, донесли о скорой смерти Никона, и он больше перечить царю не стал. Федор Алексеевич послал свою карету, но состояние старца уже не позволяло путешествовать на колесах. Его отправили вниз по Волге, где 17 августа 1681 года под Ярославлем он и скончался, немного не доплыв до родной своей обители. Невзирая на все протесты Иоакима, царь своей властью приказал отпеть Никона не как простого монаха, а по архиерейскому чину, и сам нес гроб до могилы и целовал руку покойного святителя. А в следующем году патриархи прислали грамоту, в которой повелевалось причислить Никона к лику патриархов и поминать его в таком звании открыто во всей церкви. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение святого Иоанна Богослова. Апокалипсис.